hamkasblar, mana bugungi O'zbekiston Coca-Cola subyektlarining to'planishidan o'rin olgan Navbahor Qizilqum uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanini birinchi qismini boshlaymiz. Unda Qizilqum jamoasi bosh murabbiyi Nikola Lazarevich ishtirok etyaptilar. Сначала ваше мнение о всем очень, как проходила игра. Добрый вечер всем. Так, я бы хотел, если бы вы мне позволили пару минут, 4-5 минут, я бы хотел прежде всего чуть-чуть пораньше начать эту мой разговор с вами. Знаете, еще от Турции, когда подготовка была у нас перед сезоном, я смотрел команду Навбахор. Я еще тогда сказал, команда Навбахора одна от кандидата здесь, от конкурента, чтобы выиграть чемпионство. Я это должен сказать. Хорошая подготовлена команда. Но что дальше происходит? Это вопрос есть. Мы думаем, а особенно сейчас, что все три игры, что-то мутное радио здесь начинается и что-то по судейским организациям вообще мне непонятно есть. Первую игру хорошо, непонятно, вторую. А потом мне уже начали сказать и разговаривать на эту тему, что здесь судейская организация такая есть, какая есть. Вы тоже знаете, все знают, весь Узбекистан знает. И что каких там ранних, мутных ранних работок, я в этом не буду говорить. Что касается сегодняшней игры, уже все понятно есть. От начала игры мы знали, что сегодня нам будет тяжело, прежде всего из-за судей. Два раза они нас убивали, сегодня третий раз. Ничего не ожидаем. У меня такие вопросы есть вам и руководству. Я поздравляю руководство, я уважаю руководство на Мангане. Но скажите мне, пожалуйста, если это те пути, дорога, которую вы хотите идти, то же вопрос задаю болельщики. Болельщики, которые я вас всех сердце поддерживаю, уважаю и так дальше. И них тоже хочу спросить. Хорошо, вы, может, будете чемпионы, но если это дорога, которой вы хотите двигаться, это вы заслужите много лучше, чем чтобы кто вам помогал полный сезон. Вы посмотрите сегодня, все понятно есть. Увидите там и на видео, что все понятно есть. Я еще раз вам скажу, и вопрос задаю вам, болельщикам, вам, народу здесь на Мангане, который я уважаю стопроцентно. И с каждым от вас я всегда, у меня хорошие отношения были. Если вы хотите так стать чемпионом, если вы хотите таком дорогом идти, это вопрос за вас есть. У меня нет сомнения вообще, что вы заслужите быть между первыми три, может, чемпион на концу. У вас хорошая команда есть. Хороший тренерский штаб там. Хорошая замена, скаменка есть. Но, по-моему, я извиняюсь, я не хочу, чтобы вы обиделись на меня. Просто я честно говорю из сердца. Я думаю, что вы не заслужите таким дорогом идти прямо. Вы здесь можете, в Узбекистан, быть чемпионом с такой работой. Лигу чемпиона следующий год или Африку, где год живете, по-другому будет. Поэтому я скажу, мы легионеры здесь. Понимаете? Мы приедем здесь, в Узбекистан. Поиграем в футбол, поработаем. Когда узнаем эту ситуацию, нам вообще потом ничего нет. Тогда мы думаем только хорошо, приедем, деньги ваши заработаем здесь и уходим. А вам остаются проблемы здесь. Вам остаются такие проблемы. И эти проблемы не от этого года. Вы лучше знаете, чем я. Эта проблема уже здесь 10, 15, может 20 лет. Я вам еще раз скажу. Здесь хорошее качество футбола есть. Вы талантована нация, как нация талант. Вам этот не надо. Вам надо идти хорошим дорогом прям и развиваться еще. По-моему, само так вы можете, только так вы можете и завтра чемпион мира, чемпионство мира, как се скаже, или чемпионство Азии, высоких результатов сделать. Докле год такая ситуация есть, Аллах, Бог, все видит. Поэтому вам скажу, мое мнение, вам этот не надо.
особено народу на Мангана. Посмотрите здесь, атмосфера вообще шикарная. 20 тысяч, каже Ирак, 15 тысяч. Только здесь, когда приходит все, когда... Я сегодня просто, у меня 90 минут был, как се скаже, спектакль, как се это скаже? Спектакль, как се скаже? Спектакль. Такая атмосфера, такой болечек и все. По-моему, еще раз, я хочу вам сказать, не обидитесь на меня. По-моему, вам не надо двигаться таким образом. Другим путем вы имеете в виду, да? Да. И укажите, раз вы сказали, каков будет это? Только честно играть. Только без этих отношений судья, так. По-моему, не обидитесь вообще на меня. Я просто скажу мое мнение. Я здесь легионер, сегодня здесь, завтра я уеду. Да? Но вы должны остаться здесь. Вы на Бахов, вы узбекский футбол, понимаете? Да. Это я хочу сказать. Пускайте честно, кто выиграет, кто будет чемпион, будет чемпион. Вы имеете узбекский футбол, имеете в виду, или на манганский футбол тоже отделяете? Я вообще говорю, вообще говорю. Узбек. Вообще. Мое мнение, может я ошибаюсь, но я уже здесь 9 месяцев. Если один раз ошибаюсь, если второй, третий, четвертый раз, я думаю, просто... Вот вопрос. Да. Здравствуйте. У меня вопрос. Вы насчет какого эпизода больше всего переживаете? Насчет руки, то, что наш игрок сыграл рукой, да. Не было пенальти, правильно? Я думаю, был. А вот в Европе, вот у вас в Испании, да? В Сербии. В каком эпизоде пенальти дают? Да. Дают, да? Да. А вот игрок, если он стоит задом, да, была игра рукой, да, это мы видели. Но он задом стоит, и он не специально играет. Он задом, он сам падает, у него нет больше возможности. Что, не, да? Ладно, насчет толчка. Насчет толчка, ладно. Там спорный вопрос. Думаете, что он так делал? Ну, он же стоит задом, и когда он играет головой, у него расстояние метр. И он задом, он не видит ничего, он прыгает и падает. А когда падает, он же должен как-то рукой страховаться и попадает в руку. Это рука считается? Да, это считается рукой. Уже ну, это, по вашему мнению, это да. Считается рука, да? Да. И толчок был, по-моему, тоже. Толчок от вашего игрока, нашего игрока. Не, хорошо, если бы был контакт. А что потом судья досудил? Фаул, что ли, за вас? Не, он хотел вара. Судья не досудил вар. Судья не досудил фаул. Поэтому не бил фаул. Все, давайте, все. По поводу игры сегодняшней. Поздравляю команду. На Бахоре еще раз хочу сказать. Очень хорошая команда. От начала гола еще раз от Турции, когда я смотрел, очень хорошо. Сегодня очень хорошо играли. И я могу только по поводу игры поздравить. Я, конечно, желаю вам удачи дальше. Поэтому что такая команда должна быть. У наименьшую руку попали в тройку. У наименьшую руку следующего Лига чемпионов. Но еще раз я хочу тоже и моих ребят поздравить. Мы дали все на такую атмосферу, на такой болельщик и все. Мы старались все 100%. От нашей имени огромное спасибо за то, что вы переживаете за узбекский футбол. Это самое главное. Ну и зарабатываете тоже через узбекский футбол. Поэтому мы тоже вам желаем всего самого наилучшего. Спасибо большое. Да. А вот Максим Шацкий тоже, когда я ему задавал вопрос, перевод не такой был. Поэтому не было такого разговора, сказал. Мы согласились с ним тоже. Но мы хотим, конечно, разыграть узбекский футбол. Поэтому мы вас вызывали сюда, чтобы деньги мы даем, чтобы европейский футбол вошел к нам. Спасибо. Поэтому вот тут-то ваша доля тоже огромная стоит. Вы должны это выводить в наш узбекский футбол. Спасибо. В этом пути
чтобы все здоровье хорошо было. Спасибо вам большое, спасибо вам. Спасибо за внимание. Да?